В зале только лучшие. Непростая эта задача. Из 2500 щелковских учителей общеобразовательных школ отобрать 10 победителей муниципального конкурса, показавших самые высокие результаты в работе. Конкурс проводился по личной инициативе главы городского округа. И вот торжественный момент. Андрей Булгаков вручает педагогам грамоты и свидетельство на получение гранта в 20 тысяч рублей. Новая программа, новые новаторские идеи, да, которые реализуются во время процесса образования. Это очень важно. Вот сегодня в этом зале те люди, которые эти вещи делают, и я очень вам благодарен. И хочу сегодня поздравить с наступающим Новым годом. Хочу поблагодарить всю сферу образования за работу в 2021 году, в целом за очень слаженную, дружную работу. Кандидатов на конкурс предлагали школы, а дальше специальная комиссия в течение месяца изучала их работу, проверяла заявленные в документах достижения. Оценивалось, в частности, сколько педагог подготовил призеров всероссийских и региональных предметных олимпиад, сколько стобальников на ЕГЭ, участвовал ли в конкурсах профессионального мастерства и другие критерии. А по сути, каждодневный кропотливый труд, в который учителя без преувеличения вкладывают душу. Не надо было готовить какие-то специальные домашние задания, делать заготовки. Мы брали результаты уже проведенных олимпиад, участия в конкурсах, ЕГЭ, и по ним оценивали педагога. Хочу подчеркнуть, что это вообще впервые история Щелковского района. И насколько это важно и значимо для педагога, для человека, трудно переоценить эту значимость, это значение. И очень приятно, что Андрей Алексеевич так бережно, так трепетно и очень внимательно относится к педагогам. Лауреаты поблагодарили главу за внимание к сфере образования и труду учителя, за поддержку и помощь. Подобные конкурсы стимулируют педагогов и развивают желание работать еще эффективнее. Хочу выразить искреннюю признательность за то, что оценили наш труд так высоко. Замечательная идея, потому что у нас есть общий результат, у нас есть показатели у округа, но их делают конкретные люди, конкретные учителя. И вот эта идея отметить их труд и отметить не за отдельное какое-то направление работы или по отдельному критерию, а по совокупности результативности. Конкурс завершился в преддверии Нового года, а значит, грант главы стал не только признанием успешной работы педагогов, но и новогодним подарком. Я подавал документы, но не знал, что я выиграл. Для меня это стало огромным сюрпризом, очень приятным сюрпризом к Новому году. Что нужно было сделать для того, чтобы победить? Вот самое приятное оказалось то, что я просто занимаюсь своей любимой работой. Делаю все, как я делаю обычно. Подхожу ответственно, с любовью к детям. Мы очень рады, что такой грант учрежден в нашем городском округе Щелково. И, как сказали, что надеемся, что это будет традицией, и еще больше учителей будет принимать участие и достигать вот таких высот. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.